Команда с южным башкирским юмором такой тоже есть. Я надеюсь, что вы сейчас в этом убедитесь. Команда из Ишимбая, прошу заметить. А я прошу любить и жаловать. Поехали. Добрый вечер, друзья. На сцене команда КВН, прошу заметить, город Ишимбай. Да, Ишимбай — это город. Но мы особенные. Когда у нас в городе кто-нибудь включает музыку в машине на полную громкость, у нас сразу устраивают сабантуй. Только в Ишимбае баран может пережить 3 курбан-байрама. Когда в Уфу к вам приезжает группа «Ленинград», к нам приезжает Радик Юлиякшин. Когда к вам приезжает группа «Скиллет», к нам приезжает Элвин Грей. Никакого разнообразия. Ребят, я что-то заговорился. Надо думать, как попасть в полуфинал. За это можете не переживать. Считайте, что вы уже в полуфинале. Я договорился. И каким же образом? Просто я знаю самого... Ага. И кто такой? Да про самого... Даже песня есть. Ну что, Уфа, встречай ишимбайскую молодежь! В городе весна, у нас кругом голова. Это лига КВН нас всех свела с ума. Сегодня будет драйв, о проблемах забывай. Вместе с нами подпевай, на сцене Ишимбай. Прошу заметить, город Ишимбай, мы начинаем. Добрый вечер, Уфа! Ну и для начала. Каждый парень хоть раз доделал такой сюрприз девушке, наполнив ванну лепестками роз. Но мало кто знает, что бывает после. Может, ты хотя бы свечи затушишь, а то я как сатанист тут стою. Да, лучше бы, как всегда, Рафаэлке подарил, и все. У меня те-то Рафаэлки вот здесь стоят. Правда? Может, прочистить? Саша! Сейчас в мире очень много приложений для занятия спортом и поддержания фигуры. Итак, одно из них. Вроде 12 километров пробежал. Можно отдохнуть. А, да бегу, я бегу! А когда в семье есть большая и маленькая собака, их взаимоотношения выглядят именно так. Дорогая, правда говорят, что животные на своих хозяев похожи. Да с чего ты это взял? Ну смотри, ты меня совсем не слушаешь! Прошу заметить, город Ишимбай. Спасибо.